памяти героической личности, героя Советского Союза, почетного гражданина города Рогачева Эльмурзы Бейнурзаевича Джумагулова посвящается. Бег времени не остановишь и не изменишь ничего. Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти еще. Плывут их души облаками, и слезы льют грибным дождем. И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живем. Дают советы в сновидениях, оберегают от беды. А мы порой не замечаем слова средь бренной суеты. Но память, верный наш хранитель, дает подсказки, и тогда нам что-то сердце вдруг напомнит. Он с нами здесь и был всегда. Добрый день, уважаемые рогачевцы и гости нашего города! Сегодня, в День независимости Республики Беларусь, мы рады приветствовать вас на знаковом событии – открытии памятного знака в честь героя Советского Союза Эльмурзы Беймурзаевича Джумагулова. Сегодня мы чтим память нашего героя-земляка, принимавшего участие в освобождении города Рогачева от немецко-фашистских захватчиков, почетного гражданина нашего города. Война принесла не только горе и страдания, разрушения и потерянные жизни. Война дала нам настоящих героев, которым мы всегда будем благодарны за право жить. Навечно в памяти народной сохранятся имена всех братских народов Советского Союза, отстоявших честь и свободу своей Родины. Среди этих героев легендарный танкист, выдающийся сын кумыкского народа, настоящий патриот своей Родины, благородный и отзывчивый человек Эльмурза Беймурзаевич Джумагулов. За время Великой Отечественной войны Джумагулов со своим экипажем принял участие в 50 танковых атаках, подбил 15 танков, уничтожил 8 самоходных орудий и десятки орудий противника. 24 июня 1944 года два танка из взвода старшего лейтенанта Джумагулова первыми форсировали реку Друзь в районе западнее Рогачева и на 8 километров проникли вглубь немецкой оборонительной линии, уничтожая по пути проволочные заграждения и расчищая путь пехоте. В ходе боя на шоссе экипажи двух танков уничтожили около 100 солдат и офицеров противника, 3 батареи противотанковой обороны, чем обеспечили дальнейшее успешное наступление частей Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм старший лейтенант Джумагулов был представлен к званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Почетный гражданин нашего города с 1965 года –